Башкортостан вошел в число 11 пилотных регионов по апробации проектов социального воздействия. Это новый механизм поддержки занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Его реализацию обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве республики. Проект организации дневной занятости инвалидов «Новые возможности» стартовал с подписания соглашения между компаниями «Полиэф», «ВПРФ» и общественной организацией «Содействие» на полях форума «Ломая барьеры». Срок его реализации до конца 2025 года. Благодаря новому инструменту инвалиды с ментальными нарушениями получат социально-трудовую реабилитацию в учебно-тренировочных квартирах с дальнейшим трудоустройством. Глава регионального кабмина Андрей Назаров подчеркнул важность проекта для республики. На данный момент в Башкортостане всего 23% инвалидов трудоспособного возраста заняты в экономике. Тема социализации особенных людей в Башкортостане у нас внимание особо уделяется. При этом важнейшим этапом социализации инвалидов является их профессиональная состоятельность. Потенциал традиционных механизмов, таких как квотирование, оснащение рабочих мест, создание и сохранение рабочих мест, стажировка инвалидов, весьма ограничен, к сожалению. Поэтому у нас в республике уровень занятости инвалидов ниже среднероссийских. Результаты социального эффекта от внедрения нового проекта определит сторонняя организация, которую привлечет оператора ВПРФ, пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. В случае достижения запланированных показателей из бюджета Башкортостана в 2025 году выделят 35 миллионов рублей. На этапе же реализации проект будет финансировать инвестор, компания «Полиэф».